Шалом из Израиля. Приближается день Пятидесятницы. Мы все знаем этот день как праздник Нового Завета, излияние Духа Святого, рождение Церкви, когда апостолы вышли и начали проповедовать Евангелие, и мы об этом поговорим с вами еще. Но этот праздник на самом деле был также и в Ветхом Завете, и он праздновался из года в год. И назывался он не праздник Пятидесятницы, а праздник Шавуот или праздник недель. И у него есть также большое, сильное пророческое значение, и мы об этом поговорим. Но прежде я хочу зачитать о событиях, которые готовили нас к этому празднику, предшествовали этому празднику, и об этом написано в книге Левитам, 23 глава, с 10 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым, скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику, он вознесет сноп перед Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник». А дальше написано, «И в день возношения снопа принесите всесожжение». Итак, о чем говорит Господь? Когда наступает жатва? Вот мы сейчас находимся в поле, в израильском поле, в окрестностях Иерусалима, и пришло время жатвы сразу после Пасхи. И что Господь говорит делать? Перед тем, как ты начнешь собирать первый урожай, ранний урожай, начатки своего урожая, ты должен сделать следующее. Я должен сделать следующее. Если я в то время живу, как израильтянин, послушаюсь Божьему закону, я должен прийти на свое поле, срезать первый сноп, вот я его только срезал, срезать первый сноп и принести его священнику. Конечно же, он срезается с молитвами. «Господь, вот это все мое огромное поле, есть прекрасный урожай, но могут прийти враги, могут прийти звери, могут прийти воры, могут прийти пожар, и мой урожай должен быть, может быть уничтожен. Поэтому мне нужно твое благословение, Господь, твоя защита, Господь, чтобы все, что принадлежит мне, те благословения, которые ты дал мне, я мог собрать и приготовить. Поэтому я беру самый первый сноп, перед тем, как я начал собирать урожай». Я его сорвал, и я иду в Иерусалим, оставляю поле сзади, иду в Иерусалим, чтобы принести это в жертву Господу. На самом деле, это даже не так жертва, как посвящение. После будут десятины, это уже жертва Господу, но сейчас момент посвящения. И я так восторгаюсь этим прекрасным образом, этим учением, которое дает нам Господь. И, конечно же, сам Господь Иисус подтвердил это много раз в Новом Завете, разными местами из Писания и обетованиями, говоря, что первое – Господу. Ищите прежде Царство Божьего. Написано, что Господь восстал из мертвых, как первенец для Господа. Итак, я беру первые плоды своего поля, прихожу в Иерусалим, приношу священнику. Дальше священник берет этот сноп, он представляет мои поля, он представляет мой труд этого года, он представляет весь урожай жатвы, которую я собираюсь пожать. Он берет это, приходит перед Господом и говорит традиционную молитву. «Барух ата Адонай Элохейну мелех ха-олам», который благословен ты, Господь, который дал нам эти плоды, дал и благословил наши поля. И дальше что делает священник? Написано, это сноп потрясения. Он должен потрясать им перед Господом на все четыре стороны, провозглашая, что Божье благословение с небес сходит на землю, на юг, на север, на запад, восток, северо-запада. Итак, я покажу вам, что должен делать священник с этим снопом, который я принес ему от моих полей, как первое. Я еще не собираю урожай, мне нельзя прикасаться к урожаю. Вначале Господу, чтобы приобрести, написано, благоволение у Бога. Через Новый Завет я скажу вам так, для того, чтобы высвободилась наша жизнь, эти Божьи благословения, и чтобы мои отношения с Богом были еще сильнее, потому что этим также я показываю, Господь, ты Господин жатвы, Господь, все, что есть у меня, принадлежит тебе. Итак, священник берет сноп и потрясает им, делая вот такие движения. Он потрясает, говоря молитву, Бог благослови, Бог защити, Бог храни, храни поля моего друга, храни его поля, Господь. Храни поля и защищай. Пусть никакой зверь лютый не прикоснется и не приблизится. Пусть враги не смогут атаковать. Болезни, поражения не придут. И провозглашается образное благословение.
когда мы машем во все стороны, приношая это перед Богом. И это огромная радость, потому что мы понимаем, что все, что есть у меня, Господь, представлено в этом снопе, в этом даре, в этой жертве, Господь, а я посвящаю это Тебе. Таким образом, я также говорю, что десятина с этого поля будет Тебе, Господь. Пожертвование с этого поля для нищих, и мы об этом поговорим позже, также, Господь, принадлежит Тебе. Все, что у меня есть, принадлежит Тебе, Господь. Итак, делая это священнодействие. Да, Библия называет это священнодействие, потому что это пророческое действие. И это важный день, потому что от этого дня начинается отсчет, и мы почитаем с вами дальше. Но это пророческое действие, оно также символизирует на воскресение Иисуса. Как возносится первый сноп, также Иисус воскрес, став первым из мертвых. И даже этот праздник, который называется посвящение первого плода, праздник первых плодов своего урожая, и даже он символически говорит о Иисусе. Итак, после этого дня, когда мы сделали это священнодействие, начинается отчет. И Писание говорит, что отчитай себе 7 недель, или 7 седмиц на библейском языке. 7 недель, 49 дней, а потом на 50-й день, отсюда праздник Пятидесятницы, потом на 50-й день праздник, на иврите называется он Шавуот. Итак, праздник Шавуот, или День Пятидесятницы, это не был просто новозаветный праздник. Он исполнился и раскрылся во всесилии в Новом Завете, о чем мы поговорим с Иерусалима. Но праздник Пятидесятницы – это праздник библейский, израильский, праздник Шавуот, праздник посвящения Богу первых плодов и раннего урожая. Итак, дорогие, в следующем сегменте мы поговорим с вами о тайнах этого праздника, о его пророческом значении, как это влияет на нашу жизнь, о том учении, которое дал Господь еще в Ветхом Завете, чтобы подготовить нас к Новому Завету, и потом полнота вся раскрывается в Иисусе Христе, в Иешуа Машиах. Шалом из полей Израиля, шалом из этой прекрасной, благословенной Богом земли, земли чудес, Божьих знамений, и где все возвещает верность нашего Господа. Шалом с полей Израиля. Мы продолжаем говорить о Дне Пятидесятницы, который по библейскому языку называется праздник Шавуот или праздник Седмиц. Итак, эти праздники между собой связаны, потому что сам Господь дал этот праздник еще в Ветхом Завете, чтобы Он указывал на Новый Завет и готовил народ Израиля к пришествию Мессии. Итак, давайте прочитаем, что же Писание говорит об этом празднике, и мы получим несколько интересных уроков. Итак, 23 глава Левитам, 15 стих говорит так. «Отчитайте себя от первого дня праздника, от того дня, в который приносите сноп, потрясение, 7 полных недель. До первого дня после седьмой недели отчитайте 50 дней, говорит Господь, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу». Итак, мы говорили уже, что прежде всего мы должны взять сноп, как представитель наших полей, и принести Господу, и Бог обещает благословить наш урожай, что напоминает нам наше даяние, нашу жизнь, наше сердце. Это важный пророческий элемент, который просто меняет жизнь, принося в нашу жизнь благословение. Второе мы видим здесь очень интересно. Не написано, когда праздновать этот праздник. Обратите внимание, во все праздники Израиля сказано, когда нам праздновать праздник, назван день, назван месяц. Здесь же не сказано, здесь сказано от дня приношения снопа начинайте считать и отчитайте себе 7 недель, а на 50-й день будет вот этот праздник. Итак, дорогие, это напоминает нам, что Господь также хочет, чтобы мы считали, чтобы мы обращали внимание, чтобы мы были бдительны и смотрели. Писание говорит, смотрите за днями, смотрите на время, потому что дни лукавы. И таким образом это напоминает нам, что Господь не только дает нам дни для празднования, но есть также времена, когда Он хочет, чтобы мы считали, внимательно смотрели, изучали, наблюдали, смотрели, что Господь делает. Это и символизирует, чтобы мы понимали времена и сроки, чтобы мы понимали, что Господь делает, понимали, когда время жатвы и разные сезоны жизни. Итак, дорогие, мы молимся в наших передачах за вас, и сегодня молимся о том, чтобы мы также могли считать, наблюдать, смотреть и видеть, что делает Господь. Дальше, отчитав 7 недель, прошло 7 недель с того первого дня, и наступает 50-й день, праздник Шавуот. Итак, что говорит нам Писание? Дальше написано, что от жилищ ваших принесите 2 хлеба возношения, которые должны состоять из 2/10 частей ефа пшеничной муки. Священник должен принести это
потрясая пред Господом вместе с потрясаемыми хлебами первого плода и с двумя агнцами. Итак, мы видим праздник первых плодов, праздник время того, что мы должны принести Богу теперь хлеба, или на русском бы мы назвали это лепешки. И я продемонстрирую вам, как это делалось во времена Библии. Итак, вот у меня два хлеба. Я собрал свой урожай, теперь уже собрал урожай. Вначале мы посвящали начало урожая, теперь мы собрали урожай. Пшеница готова. Но перед тем, как я начинаю наслаждаться урожаем, я должен сделать первых две лепешки. Взять муки, замешать, сделать тесто, взять первых две лепешки, и написано, сделайте их с дрожжами. Я говорю на современном языке, с дрожжами. Что это означает? Первое, это напоминает нам, этот праздник Шавуот напоминает нам, что все мы люди, и мы грешные. Мы совершаем грехи, мы совершаем ошибки, но Бог оправдывает нас и принимает нас такими, как мы есть. Итак, мы делаем первых две лепешки с дрожжами, напоминая о том, что Бог принимает нас. Теперь две. Почему две? Почему две, а не одна? Почему не пять, не шесть? Это также является пророческим символом, пророческой символикой, когда сам Господь учит нас и показывает нам, что Он возьмет. Придет время, Он возьмет из иудеев и язычников. Иудеи и язычники. Один хлеб представляет евреев, другой хлеб представляет язычников, все народы, и Он примет нас вместе как одно целое, как одно тело во Христе. Об этом говорит множество писаний, уча нас, что если раньше, до прихода Иисуса, спасение принадлежало, Божья работа принадлежала только лишь израильскому народу, все обетования принадлежали 12 коленам Израиля, то теперь через Иисуса Христа, как раз-таки на праздник Шавуот или Пятидесятница, родится Церковь. И Господь начинает спасение с Израиля, конечно же, и потом спасение переходит во все народы, и вот эти два хлеба, которые принимает Господь. Теперь я продемонстрирую вам, дорогие, что священник должен сделать с этими хлебами. Это также очень интересная церемония, потому что это богослужение, это таинство священия, священников и их работы. Написано, что через это благословение высвободится в нашей жизни также. Теперь я беру эти два хлеба, оборачиваю их в материал, как одно целое, и я также должен, написано, хлеба потрясения. То есть я возношу их перед Богом, посвящаю их Богу, я делаю такие движения потрясения, говоря, Господь, Ты Бог наших жизней, Ты Господь наших полей, Ты Господь нашего урожая, Господь, плоды приходят от Тебя. Это первый плод, это, помните, это самые первые две лепешки. Мы еще не ели хлеб этого урожая, этого сезона. Это первое. Первое – Господу. Итак, Слово Божие говорит, что ищите прежде Царство Божьего, все остальное приложится вам. И вот это священное действие, оно напоминает нам эти Божьи принципы и учит нам о посвящении, о силе посвящения. Когда мы посвящаем Богу, все меняется. Когда мы предоставляем Богу, как написано, в жертву нашей жизни, наши хлеба, наши пшеницы, наши поля, благословение Божье приходит. Итак, это праздник первых плодов, праздник вознесения первых плодов, теперь хлеба, снопов и хлеба. На иврите это называется пит, да, лафот, от слова лафот, от библейского древнего слова. Итак, дорогие, находясь в этих полях, думая о празднике, мы поговорим дальше о урожае, о последней жатве, о ее смыслах и, конечно же, о важности понимать, что все это, все эти многократные образы, они исполнились во Христе Иисусе, Бейшуа Машиах, они исполнились в Новом Завете через то, что Господь сделал с нами. И весь этот праздник, он был подготовкой. Итак, это не просто новозаветный праздник, но это древний библейский праздник, который до Иисуса праздновали уже 1200 лет. А теперь мы празднуем его во всей полноте, и об этом мы поговорим дальше. Мы продолжаем праздновать праздник Шавуот, День Пятидесятницы, праздник Седмиц. Итак, это новозаветный праздник, который берет свои корни в Ветхом Завете. И как мы уже говорили об этих символах, это праздник посвящения жатвы, посвящения хлебов Господу, высвобождая таким образом духовное благословение, говоря еще до того, как я принес свои десятины, говоря уже, что я посвящу Богу все, что принадлежит Ему, и больше того. Колоски, которые священник должен был возносить перед Богом, первый сноп, праздник вознесения первого снопа. Теперь приходит время урожая, и мы переходим от разговоров жертвы, приношения жертв, разные другие постановления, к сути вещей,
праздник жатвы. И, конечно же, когда мы говорим о жатве в Новом Завете, мы вспоминаем слова нашего Господа о том, что Он сказал, что жатвы много, а делателей мало. И именно праздник Шавуот – это был праздник весенней жатвы. Пятидесятница – праздник в Израиле весенней жатвы. Осенью наступит последняя жатва, об этом мы поговорим. Итак, дорогие, мы посмотрим сейчас еще одни дополнительные заповеди, которые даны к этому празднику, потому что они очень важны, и в Новый Завет говорит об этом во всей полноте. Итак, мы посмотрим Левитам 23 глава, 22 стих. Здесь написано: «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, когда жнешь, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, бедному и пришельцу оставь это. Я Господь Бог твой». Итак, Господь говорит: «Я твой Бог, делай это, и ты увидишь, что с тобой произойдет». Другими словами, я прихожу на мое поле, сейчас мы уже находимся в виноградниках, сзади нас поле, я прихожу на свое поле, и до того, как я начал собирать урожай, посвящаю его Господу. Посвятив Богу, я отделяю первую десятую часть, потому что начатки всех прибытков идут Господу. Это напоминает также нам прекрасные возможности, которые дает Господь жертвовать, давать. Но дальше он говорит: также в этот праздник, когда ты будешь считать, подсчитывать свои благословения, когда ты будешь наслаждаться теми благами, которые Господь дал тебе и дает нам до сего дня, потому что во Христе Иисусе все обетования, они да и аминь. Итак, что нужно сделать мне, если у меня есть поле? Писание говорит: оставь края полей недожатыми, оставь эти края, и это будет для нуждающегося, для нищего, бедного, для пришельца. Таким образом, Господь, говоря о празднике, говоря о том, что часть этого праздника, важная часть этого праздника Шавуот или Пятидесятницы, радоваться, наслаждаться его благословениями. Так и написано: Он благословит тебя, ты увидишь, Он благословит тебя, но не забудь принести с этого особенный дар. Это то, что мы часто делаем в празднике, собираем особый дар Господу. И таким образом еще больше радости высвободится в жизнь, еще больше благословений придет, и это все здорово. Но также в центр праздника – забота о нуждающихся. Поэтому, дорогие и возлюбленные братья и сестры, Господь учит нас, чтобы всегда в нашей жизни мы помнили бедных и нуждающихся, мы помнили дела Божьи, Дом Божий, устраивали Дом Божий, и потому что эти праздники, они даны нам для того, чтобы подвести итог, для того, чтобы возрадоваться перед Богом, для того, чтобы произнести массу разных молитв и празднований, говоря, что Господь – Ты источник всего. И, в конце концов, эти праздники, эти атрибуты, эти пророческие действия, они указывали на Новый Завет, готовя нас, Церковь Божью, к тому, что произойдет, когда Господь придет на эту землю. И, в конце концов, на праздник Пятидесятницы, на 40-й день после своего воскресения, Господь сказал: «Не уходите из Иерусалима, оставайтесь здесь и ждите обещанного от Отца». И они знали, что приближается праздник Шавуот, оставалось 10 дней до праздника Пятидесятницы. Они ждали, понимали, что-то в этом году будет по-другому. И именно на день Шавуот, на праздник Седмиц, на праздник Пятидесятницы, Господь излил своего Духа Святого. И теперь мы понимаем, что урожай, о котором мы говорили, поля, о которых мы говорили, приобретают также пророческий духовный смысл, говоря о Божьей жатве, говоря о том, что мы должны теперь идти в поля народов и собирать жатву душ человеческих и приносить это пред Господом, а в процессе переживать Божьи чудеса, переживать Божьи благословения. Итак, на этот прекрасный праздник мы молимся из этих полей Израиля, благословенной земли Израиля, чтобы в вашу жизнь пришел избыток, пришел финансовый избыток, чтобы жизнь наполнилась радостью, чтобы Бог пророчески говорил в вашу жизнь символами и своим словом. И, конечно же, чтобы мы также вместе праздновали урожай, благословение, радость и пробуждение, потому что пробуждение всегда стоит в центре всего. Мы помним: начатки Господу, и тогда благословение освобождается. Итак, Дух Святой наполнил наши жизни. Дух Святой наполнил нас, и мы живем Его присутствием, Его славой, Его силой. Он действует в нас и через нас. И в праздник мы также вспоминаем об этой работе Духа Святого внутри нас и молимся, чтобы каждый день Господь являл Свою славу в нас, а в праздники давал нам еще больше радости и празднования Его побед. Итак, шалом земли Израиля. Шалом, дорогие друзья! С праздником вас! Хаг Самеах, Шавуот! Прекрасный библейский праздник Бог дал
еврейскому народу несколько праздников, и он сказал, три раза в году каждый мужчина должен посетить Иерусалим и поклониться своему Господу. Итак, праздник Шавуот. Что это за праздник такой интересный? Через 50 дней, как евреи совершили Пасху в Египте, и Бог вывел народ из рабства, евреи пошли в пустыню, чтобы прийти в обетованную землю. На 50-й день Бог является народу своему на Синае и дает Моисею Тору, закон Божий. Сегодня, к сожалению, можно сказать, современные евреи, иудеи, они больше делают ударение именно на дарование Торы, а не на то описание праздника Шавуот, как Бог заповедал народу израильскому. Шавуот – это праздник, который евреи должны принести Богу как перворожденное. Это еще называется праздник жатвы. Но жатвы не христианские, когда это празднуется в сентябре, осенью, а именно праздник первых снопов. Это первое, когда созревает в Израиле пшеница, овес, зерновые. И вот эти вот снопы приносят в жертву Богу. То есть ты первое, что получаешь, ты даешь Богу. Поэтому евреи должны приходить в Иерусалим. Почему Иерусалим? Потому что Иерусалим – это дух и сердце израильского народа. Это место, которое избрал Бог пребывать здесь. Иерусалим сегодня – это шикарное, красивое место, где каждый человек может чувствовать себя свободно. Мы с вами в Иерусалиме на праздник Шавуот и хотим прочувствовать дух этого праздника, потому что, конечно, история – это красиво, археология – это прекрасно, это помогает нам понимать, для чего мы живем, но праздник Шавуот – это праздник еще и радости. Представляете, это праздник, который люди улыбаются друг другу и говорят, Бог нас благословил. Они трясут этими снопами и говорят, доказательство Божьего благословения для своего народа – праздник Шавуот. Поэтому, когда евреи приезжают в Иерусалим, праздник Шавуот, они исполняют Божью заповедь, и Бог продолжает благословлять свой народ. Мы с вами сейчас находимся в сердце Иерусалима, возле стен старого города. Вокруг вы видите эти красивые виды, которые помогают нам настроиться на то, что Шавуот – это древний праздник, это не что-то новое. И евреи на протяжении тысячелетий приходили в Иерусалим, чтобы исполнить Божью заповедь. Также, друзья, интересный такой момент в праздник Шавуот, там, где вы будете возле купели Силуама, священники благословляли еврейский народ тем, что они брали пучок иссопа в основном, макали этот пучок в воду, где совершались омовения, и брызгали на народ Божий, благословляя этой водой. И вода в Израиле – это на самом деле благословение, поэтому Шавуот сегодня, даже сегодня, это такой праздник, который дети, взрослые люди брызгаются у восточных евреев, выходцев в основном из арабских и африканских стран. У них сегодня традиция именно на Шавуот, даже взрослые подходят друг к другу и выливают воду для того, чтобы порадоваться в этот особенный благословенный праздник Шавуот. Итак, мы стоим с вами у подножия Храмовой горы. Место, в принципе, эпическое в своем историческом величии. Почему? Потому что ступени – это то место, которое объединяло людей, скажем так. Первое – это купель Силоамская, где совершали омовение перед тем, как подняться на Храмовую гору, принесение жертвы и потрясение снопов. И вот люди поднимались по этим ступенькам наверх, возносили Богу хвалу, пели. И надежда, понимаете, когда мы надеемся на что-то, мы это не видим, это сложно. Но здесь люди поднимались как минимум три раза в году на поклонение Господу, как заповедь. Они поднимались наверх, и они видели этот храм. Видели храм, где сам Бог присутствовал среди народа. Народ поднимается, хвалит Господа и настраивается на праздник. Ступеньки, они очень интересные, сделаны не одинаковым стилем. Каждый из нас когда-то в своей жизни опаздывал. И когда ты опаздываешь, ты бежишь, быстрее, ты прибегаешь, и у тебя все мысли, ой, как жарко, ой, как я опоздал, я устал, и дайте попить. Ты вообще не настроен на общение с человеком. И поэтому, когда строили эти ступеньки, две узких и одна широкая,
две узких и одна широкая. То есть даже если человек пытается разогнаться, чтобы быстрее принести жертву и вернуться по своим делам, он не может. Ритм сбивается каждую третью ступеньку. И поэтому, хочешь не хочешь, человек замедляется для того, чтобы настроиться на поклонение Богу. Иерусалим – это место, где Бог сказал: «Здесь я выбрал, чтобы народ израильский приходил и поклонялся мне на этом месте». Буквально за моей спиной Храмовая гора – это уникальное строение, которое в свое время Ирод Великий расширил, построил своего рода коробочку такую, для того, чтобы расширить плоскую платформу, чтобы больше людей единовременно могли приходить и поклоняться Богу. Представьте себе праздник. С утра народ несет снопы, которые трясет пред Господом и говорит: «Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты благословил мои поля, что есть хлеб для моих детей, что есть будущность и надежда для моего народа. Господь, благослови и дай дождь, дай больше Твоих благословений». И это народ делает, поднимаясь в храм и уже буквально наверху на жертвенник принося свои жертвы. И здесь люди идут, сотни, тысячи людей. И может быть беспорядок, правда? Но мы знаем, в Библии написано, Бог есть Бог порядка. На Храмовой горе и вот здесь были своего рода дорожные полицейские, которые направляли, чтобы все движение было в одном направлении, против часовой стрелки. Крайнее право, три прохода, как бы три таких арки, это вход. Люди шли против часовой стрелки наверху, делали полный круг по Храмовой горе и выходили там, где две арочки меньше, это был выход. Сейчас, к сожалению, эти арки замурованы, мы не можем с вами подняться наверх, есть другой, более современный вход. Но здесь люди уже в предвкушении, вот сейчас я войду в храм. День Пятидесятницы, Новый Завет, Дух Святой сошел на народ Божий, на Израиль, и обетование Господне, Дух Утешитель, пришел в этот мир. И ученики наполнились радостью, и они пошли делиться с другими. И вот они приходят, скорее всего, сюда, потому что центральный вход, особенно на праздники, был отсюда. И вот они, каждый на разных языках, говорят: «Господу слава, Бог великий, Он творит чудеса, Он спасает народы». И тут некоторые говорят: «Слушай, они что, пьяные вообще? Что с ним происходит? Ненормальные какие-то». Выходит Петр, говорит: «Мужи, братья, они не пьяны, они исполнились от Духа Святого». И вполне возможно, где-то здесь Петр говорит первую публичную проповедь на тысячи людей, и Бог спасает большую общность народа Божьего в Иерусалиме на день Пятидесятницы. С праздником вас, друзья! Хак Шавуот Самеах! Приезжайте в гости, будем рады видеть вас здесь, в Иерусалиме! Дорогие друзья, мы находимся в одной из самых главных улиц Иерусалима времен Иисуса, и это была точно уж главная улица для паломников, прибывающих сюда, в Иерусалим, для поклонения. Потому что для того, чтобы принести жертву и поклониться Господу, как положено, нужно было сначала омыться ритуально в воде, и это купальня Силуам, которую мы посетим несколько позже, и от купальни Силуам сюда шла улица, и вот мы здесь стоим. А прямо рядом с нами уже западная стена храмового комплекса, и с двух сторон улицы находились магазины, как здесь, и такие же были с другой стороны, где сидели торговцы жертвенными животными, менялы монет, и у них было, так сказать, все включено для того, чтобы можно было кошерно принести жертву на любой праздник. А вы видите, что стены очень массивные здесь, потому что на стены этих магазинов опиралась огромная арка. Она шла как бы в два таких приема, с юга на север и потом с запада на восток. Вы видите кадры остатков этой арки. Это была одна из крупнейших арок в Римской империи, и по ней люди поднимались по ступеням в храмовый комплекс для того, чтобы приблизиться к храму. Так вот, вероятно, именно здесь произошло одно удивительное событие, описанное как раз накануне праздника Пятидесятницы. В Евангелии от Матфея 21 главы говорится: «Иисус пришел в храм и выгнал оттуда всех, кто продавал и покупал в храме, опрокинул столы менял и скамьи торгующих голубями. Иисус сказал им: в Писании говорится: дом мой будет назван домом молитвы, а вы превратили его в вертеп разбойников.
В храме подошли к нему слепые и хромые, и он их исцелил. По всей видимости, рынок, вы знаете, как быстро растет рынок? По всей видимости, рынок отсюда, из этих магазинов, начал подниматься на ступеньки, и в конце концов торгующие оказались на храмовой площадке. И таким образом Иисус осветил Иерусалим, приготовив его к приходу Святого Духа. И когда люди услышали проповедь Петра, они наполнили весь Иерусалим. И мы знаем из Писания, что это были люди из разных регионов Римской империи. И только представьте, как эти улицы, полные пилигримов, полные людей, здесь были слышны разные речи, разные акценты. И кто-то говорил на греческом, на персидском, на разных языках. И кто-то говорил: «Эй, есть тут кто-нибудь из Персии? Послушайте меня!» И он начинал пересказывать им слова Петра. Или: «Кто пришел из Египта? Слушайте, у меня есть благая весть!» И таким образом Евангелие распространилось по всем улицам, весь город пришел в движение. Вы знаете, евреи — это не тихие люди, это такие шустрые люди. И поэтому, когда началось пробуждение среди евреев, это было, знаете, действительно движение большое. Это не было тихое, знаете, что-то такое в углу. Это была именно такая движуха. И поэтому здесь эти люди ходили и восклицали, и радость наполнила эти улицы. И это как раз то, что Господь хочет, чтобы также улицы в наших сердцах, в наших домах наполнялись этой радостью Духа Святого, и для того, чтобы Господь наполнял нас, как когда-то Дух Святой наполнил улицы Иерусалима. Итак, дорогие друзья, Евангелие охватило Иерусалим и распространилось по улицам. И вот мы сейчас находимся в нижней части той большой улицы, которая заканчивалась у храмового комплекса, а начиналась у купальни Силуам, где мы находимся. Археологи нашли небольшую часть этой улицы, в реальности она была значительно шире. И вот вы можете видеть сейчас оригинальные ступени, те, по которым ступали люди 2000 лет назад, и включая Иисуса, его учеников и всех, кто за ним следовал. Здесь также вы видите чередование двух коротких ступеней и одной длинной, так же, как у комплекса Храмовой горы. А почему сюда принесли Евангелие, почему эта благая весть распространялась вокруг купальни Силуам, мы сейчас об этом узнаем. Итак, друзья, верующие спускаются сюда, к этой купальне, для того, чтобы распространить благую весть среди собравшихся тысяч людей. Фактически они делают то же самое, что Иисус сделал какое-то время назад, когда исцелил слепого человека. Он сказал: «Пойди к купальне Силуам, умойся в его водах, и ты прозреешь». И так и произошло. Человек прозрел. Почему Иисус послал этого человека в купальню Силуам? Почему он хотел, чтобы он омылся именно здесь? Да потому что здесь собирались тысячи паломников, тысячи людей, которые могли стать свидетелями этого невероятного чуда. То же самое, как я верю, сделали ученики. Они пришли сюда, потому что это было, скажем так, все равно, что городская площадь того времени. Самый большой портал новостной, он здесь был. Здесь встречались колена, здесь встречались родственники, здесь происходило такое большое движение. И написано в книге Деяний, 2 главе, 41 стихе: «Те, кто приняли весть Петра, крестились. В тот день прибавилось около 3000 верующих». Где они крестились? Существует две основные версии. Одна – то, что они крестились в миквах, в небольших ритуальных бассейнах у Храмовой горы. И есть другая версия, что они крестились здесь, в этом бассейне Силуам, который наполнялся из источника Гихон. Еще при царе Езекии сюда проложили подземный тоннель через скалу, готовясь к вторжению ассирийцев, и с тех пор этот бассейн здесь существовал. Конечно, во времена Ирода Великого этот бассейн был расширен и улучшен, и вот фактически сейчас мы спустились на дно бассейна. Вы видите оригинальную плитку, и как я верю, что 3000 человек, вероятнее всего, крестились здесь прилюдно, засвидетельствовав свою веру в Иисуса Христа. Итак, дорогие, сегодня мы совершили такой небольшой археологический экскурс по тем местам, где, как мы верим, было провозглашено Евангелие апостолом Петром. Мы прошли по улицам, где Евангелие распространилось, и в конце концов мы спустились к купальне Силуам, где, как я верю, произошло крещение вот этих 3000 человек, которые публично закрепили свою веру во Христа. Другими словами, мы прошлись по дню дня рождения церкви. Сегодня день рождения церкви, день Пятидесятницы, с чем я вас и поздравляю. И я рад, что благодаря таким передачам ТБН вот эти вот три точки сходятся. Библия, археология и вы, дорогие, которые являетесь живым продолжением тела Христова в ваших странах.
с чем я вас и поздравляю, и желаю вам радостного праздника Шавуот или Пятидесятницы. Дорогие друзья, мы с вами находимся на склонах Иерусалима, на горах Иерусалимских. За мной гора Мориа, вы можете узнать ее. И мы с вами идем вдоль стены, которая как раз нас с вами приведет к Сионской горе. Мы с вами находимся в Иерусалиме, в преддверии праздника Шавуот или Пятидесятницы, либо Троицы. Как эти праздники связаны, мы с вами поговорим чуть позже. Мы продолжаем с вами наше путешествие на Сионскую гору. За мной как раз вы видите стены Иерусалимские, которые как раз приведут нас к Сионской горе. Вы зададите вопрос, почему мы говорим о Сионской горе, почему мы не говорим о горе Мориа. Дело в том, что на Сионской горе похоронен известный человек Божий. Это Давид, царь Давид, пророк, поэт, писатель, псалмопевец. С ним и будет связан наш рассказ, который плавно перетечет в тот праздник, который называется Троица. Почему праздник Пятидесятницы называется именно таким образом? Потому что этот праздник празднуют на 50-й день после Песоха. Это как бы завершение Песоха, завершение Пасхи, о чем вы уже слышали в нашей программе. И, в общем-то, об этом и пойдет речь, по какой причине праздник Шавуот связан с гробницей Давида и с местом Тайной Вечери, где собрались ученики в последний день перед тем, как Христа взяли и повели на крест. Друзья, мы с вами на Сионской горе, это Сионские ворота, вы помните песню «На Сион идем все». В Библии множество раз перечисляется Сион. И вот, кстати говоря, на сегодняшний день мы можем разделить гору Храмовую и Сионскую гору. Библия множество раз говорит о Сионской горе, как о той горе, на которой будет пребывать Бог. Вот в этом мы с вами попытаемся разобраться. Где действительно пребывает Господь, на Храмовой горе, либо на Сионской. Друзья, мы находимся на особенном месте, это гробница Давида. Это также сегодня синагога. И мы сейчас пройдем и посмотрим, как выглядит гробница Давида. Для нас она очень важна, потому что скиния Давидова, церковь связана с Давидом. Мы с вами дошли до восточного склона, до восточного холма Сионской горы и продолжаем рассуждать и размышлять на тему Сиона и Храмовой горы. Сегодня вся концентрация и все внимание религиозного мира расположено и находится возле Храмовой горы. И вот на самом деле мы с вами должны подумать, Храмовая гора или Сионская? Что важнее, что, какое место занимает Сионская гора в сердце Бога? Я нахожу в Писании, что, конечно же, Сионская гора – это одна из самых главных гор, на которой Господь заповедовал, что Он будет присутствовать и что Он будет проявляться. Вы спросите, а почему же все остальные события происходили на Храмовой горе? И это действительно очень хороший вопрос. Почему? Потому что мы с вами должны понять, что исторически только с времен Хасмонеев или Хашмонеев, да, наших местных царей,
храмовую гору начали называть Сионской горой. Ну и вообще в Библии, конечно, очень важно понять, что когда мы говорим о Иерусалиме, мы говорим и подразумеваем тоже Сион. Но если разбираться уже тщательно, то важно понять, что именно склон, где был расположен и расположен сегодня город Давида или Ир Давид, и есть то место, где начался Иерусалим и где началось строительство и расширение Иерусалима как такового. Уже впоследствии на Храмовой горе начали строить то, что строить, и то, что построил Соломон. Хотя мы с вами должны понимать, что сегодня есть суждение и версии о том, что храм находился не на Храмовой горе, а на Сионской. Там, где Давид на самом деле строил свой дом и рядом собирался построить тот храм, который он собирался выстроить. А Соломон уже воплотил все в жизнь. Подходя к этой горе, к этому месту историческому, мы с вами подходим к главным мыслям о том, что Господь заповедовал построить скинию Давидову падшую. Об этом говорит пророк Амос, и об этом также говорит апостол Яков в Деянии апостолов в 15 главе. Он связывает все со скинией Давидовой, которую он построит. Он не связывает это с храмом Соломона, который не выдержал напряжения, который развалился к какому-то моменту. Он говорит о том, что все вернется на круги своя, и Господь восстановит скинию Давидову. По этой причине мы с вами находимся на месте, где Давид почил, где Давид умер, и на этом именно месте и рождается церковь, ознаменованная вот этим событием, Шавуотом или Пятидесятницей, или впоследствии этот праздник назывался Троица. Друзья, вот мы и подошли к главному месту, которое нас интересует. Это здание, довольно древнее здание. На первом этаже только что мы видели гробницу Давида. И вот интересно, что на втором этаже находится место, которое называется «Место Тайной Вечери», или же место, куда впоследствии сошел Дух Святой на учеников. Во второй главе «Деяния апостолов» об этом прекрасно описано. Но я хотел бы оттолкнуться от того момента, когда Христос собирает учеников на пасхальный седр. И мы с вами уже говорили в предыдущих программах, как раз в записи пасхальной, где Христос говорил последнее завещание свое. Он, по предположениям, в большей части люди сходятся, историки, археологи, что это именно это место, где Христос сказал приготовить ему этот последний седр перед Пасхой. Очень важно и нам с вами также видеть, что Христос в этом последнем завещании на этом месте, он говорит такие слова: «Лучше для вас, чтобы я ушел, чтобы обещанный от Отца пришел Дух Святой, Утешитель». Христос открывает им великое откровение о том, что лучше Христу уйти, чтобы обещанный от Отца пришел. Интересно, что Христос после смерти и воскресения говорит своим ученикам, чтобы они не удалялись от Иерусалима, а пребывали на этом месте для того, чтобы получить силу. Мы с вами видим такую картину, что именно вот это место Тайной Вечери становится стратегическим местом, куда впоследствии на 50-й день после Пасхи сходит Дух Святой. Вторая глава Деяний апостолов начинается отсюда. Отсюда, здесь они собираются, здесь приходят огненные языки и наполняют их такой силой, что они начинают провозглашать на иных языках и выходят на улицу и начинают проповедовать Евангелие. Мы видим с вами, как 3000 человек сразу обращаются к Господу. Это то место, откуда начинается пробуждение. Это то место, в котором ученики постоянно собирались. И впоследствии мы с вами видим, как уже даже апостол Петр, после того, как его заковали в Деяния апостолов в темницу, мы с вами видим, как апостол Петр приходит именно на это место. По предположению, это место было местом, где находился и где жил будущий апостол Марк. Это то место, тогда он назывался еще Иоанном, и здесь заправляла всем его мать. И мы видим с вами на самом деле, что это такое очень
сверхъестественное место, оно связанное с гробницей Давида. И на втором этаже мы видим расположено место, куда сходит Дух Святой. И именно это место и эти события впоследствии начинают называться Троицей в честь третьей ипостаси, третьей личности Бога Духа Святого, который является одним Богом вместе с Отцом и Сыном. Мы с вами находимся на крыше того самого здания, где на первом этаже гробница находится Давида, на втором этаже место Тайной Вечери, и вот это как раз кровля, это как раз крыша этого одного здания, где объединяются два этих великих события – Старого Завета Давида, да, и смерти Давида, и его похорон, и Нового Завета, где сходит Дух Святой, на втором этаже, да, буквально в горнице Тайной Вечери. Это интересный момент, что он совпал вот в одном и том же здании, произошли два этих события. Почему это интересно? Потому что на Шавуот именно умирает Давид. Вот подумайте, что скиния Давидова, о которой мы уже упоминали, связана с Давидом и впоследствии связана с церковью. И вот интересно, что сегодня эти два события и два места объединены в одно здание. Вы можете представить себе, какое чудо и какое совпадение великое, которое мы с вами можем наблюдать. Я хочу прочитать вам из Священного Писания те строки, которые связаны с рождением церкви, которые запечатлены как в Старом Завете, так и в Новом. Книга пророка Амоса, 9 глава, написана так. «В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней, разрушенные восстановлю, и устрою ее, как в дни древние, чтобы они овладели остатками дома, всеми народами, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все это. Вот наступают дни, говорит Господь, когда пахарь застанет жнеца, топчущий виноград сеятелей, горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут, и возвращу из плена народ мой Израиля, и застроят опустевшие города, поселятся в них, насадят виноградники, будут пить вино из них, разведут сады, станут есть плоды из них, и водворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из земли своей, которую я дал им, говорит Господь Бог твой». Вот вы видите, как в этих строках объединяется и рождение церкви, и возвращение евреев на свою землю. Сегодня евреи вернулись на свою землю, и мы с вами видим также в Деянии апостолов, где апостол Яков в 15 главе повторяет те же самые слова, говоря, вы видите, что эти слова исполнились, родилась церковь. Мы с вами являемся людьми, которые находятся посреди, прямо на том месте, где умирает Давид, рождается церковь, и мы с вами видим сошествие Духа Святого. Многие вещи еще ожидают нас впереди, но главное, эти вещи переплетаются. Что еще важно сказать в заключении? На праздник Шавуот обычно в синагогах читается книга Руфь. Вы помните эту книгу? Книга Руфь – это книга, рассказывающая историю моавитянки, которая становится частью еврейского народа, где она говорит такие слова. Она говорит, твой народ, она говорит на имени, будет моим народом, твой Бог будет моим Богом. Апостол Павел возвращает нас в послании к римлянам именно к этой мысли, о том, что именно мы с вами видим и лицезреем, что в церкви объединяются эти народы, еврейский народ и язычники. Я поздравляю вас с праздником Шавуот, я поздравляю вас с праздником Пятидесятницы, я поздравляю вас с праздником Троицы, где в теле Мессии, в теле Иисуса Христа объединены два этих события, как объединены в этом здании. Слава да будет Господу, поздравляйте друг друга, празднуйте. Если вы не пережили еще прикосновение Духа Святого, попросите в молитве, чтобы Дух Святой крестил вас, как Он крестил апостолов, и они стали Его свидетелями по всей земле. Пусть эта сила наполняет вас и ведет вас дальше к свершению Божьих чудес в вашей жизни.